чувство голода и отсутствие денег. Мы это проходили. Я помню, что у меня часто вообще не было денег в кармане. И я думал, что я буду сегодня вечером есть. И это было, когда мне было 18-20 лет. Это сильно сказывается на мозг. Я до сих пор как бы не могу себе позволить там перелеты в частных самолетах или платить за какие-то дорогие вещи. Не потому, что у меня нет денег, а потому, что я не могу это сделать. Но в силу того, что, как мой дед всегда хлеб подбирал со стола, да, у него эта привычка уже возникла. Мне есть вещи, которые мне уже не перешагнуть.